сделать отдельное меню. Да, внутренний дворик красивый. И готовимся. Вот, у нас будет в середине месяца коктейль по иллюминации Елисейских полей. Сама иллюминация будет 19 числа. И потом мы сразу же открываем зимнюю террасу. И в этих бюль, уже вот этих шампанских шариках, у нас будет отдельное меню, отдельные анимации. Очень интересно. Junior Superstition посмотрим. Да, отлично. Вас. Разница вот эта вот. Вот эти вот горки у нас, это то, что здесь 5 зданий разных, одно в одно. То есть раньше же это были сервис. Это Junior Suite Prestige, 50 метров квадратных. С видом на Елисейские поля. Так, а здесь коннектинг вижу. Сюда тоже коннектинг. Здесь, значит, вот так. Это получается туалет. В туалете у нас, да, всегда приспособлено. У нас много большой просто контингент именно Middle East Market, поэтому всегда есть беды. Что любят также у нас узбеки и казахи. Там где-то у нас свет. Каждый номер и свои выключатели, поэтому каждый раз ищешь. И здесь мы на третьем этаже, балконов нет. На втором этаже, вернее. А, нет, на втором есть балконы маленькие. Потолок большой. Так в том-то и дело, разница ощутима. Разница ощутима. И вот здесь вот, и во всех категориях престиж, то с видом на поля, четверной витраж. Поэтому вообще никакого нет. Там правда сыра. Но вот разница ощутима в звуках также. Здесь у нас порядка 3,60 метров. И в этом разница. Уже от 75 квадратных метров. Красиво. Но если вы были в Фукетсе раньше, то вы можете помнить, что они именно он был такой коричнево-красный. Да, это точно помню. То сейчас они в принципе, но у нас готовится проект сейчас по изменению лобби полному. И сейчас вот мы сейчас пройдем через бармар на наш, где сейчас уже идет ремонт, но он будет таким такого современного Парижа. Почему-то сейчас в Париже очень стильный мод ходит, такой бабушки, цветочки, гобелены. Интересно, как это все будет дальше. Посмотрим. И здесь уже у нас вот этот вот мини-бар тоже. А, мини-бар здесь. Просто здесь комната позволяет поставить вот такой малей. Как-то пустовато здесь. Вот кому-то вот наоборот вот нравится. Кто-то говорит, когда номера заполнены, запомнил. Нет, очень неуютно. Опять без шампанского, да? А у нас мини-бар безалкогольный всегда. Весь алкоголь в рум-сервис или... Welcome.